Мы решили поехать в Сиэтл. Мне кажется, поездка будет весьма интересной. Едем на двухэтажном автобусе. И это вообще так круто. Приехали до отплытия вообще просто несколько минут, все торопятся, все бегут, а Саша жестко хочет писать. И они пошли писать, и вот непонятно, успеем мы или нет. Мы успеваем! Круто! Хай! Круто, успели, дайте 5! Дай 5! Нет! Молодец! Мы успели, и мы сейчас будем есть в классном безлимитном буфете. И вообще у нас вид. Ну, правда, ничего не видно, потому что темно, но все равно у нас вид. Мы в лифте на пароме. Мы вчера приехали и пили пиво до 3 ночи с ребятами. Спали 4 часа, сейчас беру машину в аренду. Вон там Америка. А тут Саша какает. Смотрите, как прикольно. Вот такой город, трубы торчат, небоскребы, а потом вот такой пьер. И тут вот такое огромное колесо, на очереди, на котором мы сейчас стоим. Ты и она меня не понимаете, когда я говорю по-русски. Ты почему не понимаешь меня, когда я говорю по-русски? Саш, смотри, можно заходить. Иди за папой. Thank you. Thank you. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Что? Еще одна кабинка, там тоже люди едут. Вот. И что? Смотри, машины какие маленькие, как будто бы на самолете полетели, да? Смотри, вот они, небоскребы. Мы в гостишке нашли какую-то, заселились. Сейчас съезжу за пропитанием, добуду нам провизии. Проснулись, можно сказать, что выспались. Соседи мексикосы очень сильно тусили, шумели. Я убил клопа в номере. В одежде нашли муравьев утром. Зато здесь есть бассейн. Но он закрыт. Мы пришли в супер стандартный дайнер. Я бы даже сказал, что он немножечко хуже, чем стандартный. И нас обслуживала супер стереотипная тетка, которая была немного недовольна тем, что мы так долго заказываем. Вообще ничего не могла порекомендовать. Это было очень странно. Приехали на набережную опять. Сиэтл. Никого народу, никаких тебе барабанщических. Да. Сейчас пойдем развлекаться. Вообще так прикольно, это типа для старичков, для всяких танцы. И они отплясывают. Иди. Мы в аквариуме Сиэтла. Тут... Типа мы под водой, но здесь вот такая огромная стена, за которой просто куча рыб плавает. И можно к ним подходить и стучать по стеклу, и они все равно тебя не услышат, потому что стекло вот такой толщины. Круто, да? Прикольно. Как из книжки делать? Crash that itch. Это
Это очень крутой музей, но мне кажется, что это слишком крутой музей. У нас вообще ни у кого не осталось никаких сил, а нам еще смотреть и смотреть этот Сиэтл. Мы зашли в какую-то супер аутентичную забегаловку. Я пью Old Seattle Lager. Ждем устрицы. И сейчас стоим в самый первый Starbucks, который вообще только был. Огромная очередь. На самом деле здесь ничего особенного, потому что это просто Starbucks. И все немного в других тонах, потому что они сохранили старый логотип. И у тетки два хвоста и две сиськи видно. Про меня забыли, короче. И я говорю, а где мой кофе? И они мне сделали случайно просто здоровенный литр кофе. А еще у них какая-то свинья наверху. Вы удивитесь, но еще больше очередь на этой улице в русскую пирожковую. Вот эти пирожки. Но мы уж сыты, и мы не пойдем туда. То есть вот тут Starbucks, а тут можно выйти с кофеем и взять русский пирожок. Мы приехали в японский сад, и тут эти рыбки японские кои пытаются сожрать черепаху. Они вообще как хищники заглатывают ей голову, но не могут откусить и отпускают. Это так смешно и странно, смотрите. Мама, смотри. Мы около этой башни иголки в Сиэтле. Где она? Вот она. Тут куча музеев прям рядом. Есть музей, где весь лес это стекла, мы сейчас с него пойдем. А еще есть монорельсовая дорога, на которой мы сейчас прокатимся. Мы сейчас в музее, где нельзя бегать, нельзя кричать и нельзя ничего трогать. И мы взяли сюда Сашу. Это абсолютно бесспорно очень крутое место, потому что заходишь, а тут такой парник. Смотрите, какая у меня рассада. Мы почти у границы с Канадой и заехали в Popeyes Louisiana Kitchen. Короче, там вышел какой-то чикен сэндвич, который говорят лучший в мире. Сейчас я его попробую. Вот его. Короче, это просто зингер. Мы встали, я сдал тачку, и теперь мы на автобусах и метро и всяком таком, потому что ребята не смогли нас подбросить, наши знакомые, будем добираться до нашего парома. Вот так вот выглядит Ванкувер. В принципе, это один в один Сиэтл, просто чистый, немноголюдный. На автобусе и на пароме. Да, вообще круто. Все круто, мы успели. Вот наш паром. Погода супер. Сейчас будем вообще смотреть на всякие острова, на чаек. Будет круто. На палубу займем там место. Пьем. Давайте. Ну, по расписанию еще пока не рано нам отплывать. Саша сказал, что ему очень ветрено, и мы ушли внутрь. Тут тоже очень прикольно и комфортно, но снаружи мы проплываем всякие острова. Саша просто бегает по кораблю. Мы едем домой, а здесь так спокойно, тихо, все чисто, вылезан. Мы приехали, дома клево, клевая погода. Это была офигенная поездка. Смотрите, как у нас клево вообще.